Как? Детишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в продолжение игры Жизнь. Ну, в смысле, мы проживали жизнь в прошлой серии этой игры, а сейчас мы умерли и будем жить после жизни. В прошлой серии мы прожили жизнь и сдохли в конце. В этой серии мы будем жить уже после смерти. А существует ли вообще что-то после смерти? Есть ли жизнь после смерти? Вы это узнаете в этой серии. А если ты хочешь больше таких подобных игр, если ты хочешь продолжения, то ставь огроменный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И как только мы наберем с вами хотя бы 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Поэтому не тянем кота за яйца, погнали! Сразу очень такая страшная музыка и гроб. Наверное, с этого гроба мы как раз сейчас и вылезем. Опа, начинается! Ладно, погнали, мы вылезли из гроба, и нам сейчас нужно... Ага, зажать кнопочку, чтобы лететь. Это, знаете, как давно была вот эта игра Flappy Birds на телефон? Ага. Да. Сразу же в следующие несколько секунд после того, как ты умер и стал духом, вместо того, чтобы попасть в рай, ты застрял в каком-то объекте. Какое ничтожное решение. Сейчас я проведу всю вечность в этом объекте. То есть в дереве, в котором я застрял. Но нет, я не хочу ни в каком дереве застревать, поэтому я еще раз попробую. Так, ладно. Облетаем фонтан. Облетаем... Дерево, фонарь и луну. Куст, пауки. Облетаем ерунду всю. И идем в рай. Это рай, это идем к свету. Да, это луна. Так, я переместился на следующий уровень. Это что такое? Кто это женщина? Какашки! Так, ты неудачно защитил свою жену. Но зато ты сейчас больше не одинок. А, это та жена с прошлой серии, да? То есть я умер, она еще жива. Но смотрите, у нас есть тут два варианта. Я могу продолжить игру и жить духом уже со своей женой. Или попробовать еще раз. Но я не такой эгоист, я, наверное, еще раз попробую и спасу свою жену, потому что я не хочу, хоть я и буду одиноким, но все же, жена моя будет жива. Так, щурикены, ниндзя, как... Кто вообще эту ерунду в нее бросает? Что это такое? Хорошо, я защищаю ее. От чего? От говна, от топора, от ножика, от ежика, от говна, от топора, от ниндзя, от топора, от ниндзя, от ежика, от говна, от... Я как понимаю, то, что игра немножко ненормальная. Так, мне нужно его напугать, да? Или что? Алан! Типа я дух, я его пугаю, да? Я призрак! Так, играть! Чё играть? Кого играть? Кто это? Ютубер, да, какой-то? А чё мне играть? А, смотрите, на экране я играю Five Nights at Freddy. Я не ожидал то, что тут есть скримеры. Ладно, давайте еще раз играть. Я больше не хочу скримеров, пожалуйста. Так. А, все. А вот сейчас скример появился уже в мониторе. Хорошо то, что не в моем мониторе, а в том. Так, это что, стендап вечер какой-то? Мне нужно придумать свои анекдоты, свои шуточки. Что зеленое, что падает с дерева и может тебя убить? А пул тейбл, то есть бильярдный столик. Да, ха, я шутник такой. Какая разница между снеговиком и снегоженщиной? Шапка, Санта-Клаус и снегояйца. Ну, в смысле, у снеговика яйца есть, а у снегоженщины снегояйца нет. Ладно, снегояйца, да. Как ты называешь овечку, которая не имеет ног?
Облако, ну да, овечка типа облако, шерсть, да, да, все логично. Но это не шутка, это факт. Ебо, я стендапер, лучше поперечного! Так, что это сейчас было? Так! Вы просто так берете и бросаете у меня какую-то музыку и думаете, то, что Эдисон не будет танцевать? Как только у меня какая-то прикольная музыка появляется, я сразу... Телом начинают двигать. Хорошо, у нас тут просто могильная дискотека, да? Парти, дискотека! Тап-степ, могильная дискотека! Пожалуйста, хватит, я уже заколебался тыкать на вот эти зелено-синие, розовые шарики. Я уже не могу танцевать, я уже вспотел весь. Нет! Мне так все заново вообще проходить нужно, ядрить, колотить. Соберись, Эдисон. Пожалуйста, пожалуйста, зеленый, синий, розовый, синий, синий, зеленый, синий, зеленый, зеленый, розовый. Синий, 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 зеленый, синий, розовый. Синий, зеленый, синий, зеленый, зеленый, зеленый и розовый! Синий! Пожалуйста! Я пропустил одну шнягу вот эту! А! Еще одну пропустил! Да! Я аж вспотел, так. Я играю с дьяволом в эти, как его, шарики, которые в американских фильмах бросают вот в эти кружечки. И если ты попадешь, то твой противник пьет. Ладно. Опа! Сюда! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Так! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу выиграть. Я хочу. А если вот так? Вот так. Опа, попал! Ты что, дурак? А ну давай я тебя от головы отобью. Па. Нет! Как оно застряло между двух? Я хотел просто понтануться и... Ладно, давайте еще раз от головы. Твою мать. Я себе попал. Как ты это сделал? Твою мать, я проиграл! Ладно, еще раз. Как ты это сделал, Чубзилен? Ладно, 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 давайте еще раз от головы. Опа! Опа, опа, от головы попал. Так, хорошо. Промажь, пожалуйста, пожалуйста, промажь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Оп, 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 точнее, чтобы я попал, он промазал. Опа, дебил, куда ты бросил это все? Ага. Пам. Нет, 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 попал. Смотрите, какой жесткий он. Как ты от башки своей попал, я так же хочу. Твою мать. Я в свою попал. Анчин. Да как оно вылетело, да это слон! Как у меня от башки попадает гнида! Читер! Сатана читер! О, промазал! Ну ты лохопут, конечно. Аню. Опа! Оп! Ну промаж, 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 промаж! Да почему я? Как я проиграл, если он так же промазал столько же раз, сколько я! Ну ты сволочь! Сатана, я тебя сейчас уделаю, честно тебе говорю. Смотри, ты не веришь? Не веришь, да? Хватит. Твою матушку. Да! Я один раз промазал, и он один раз промазал. Все, хватит. Хватит. Опа, молодец. Да промажь! Ну, как так-то? Попал. Я один раз промазал, и он один раз промазал. Все просто. Я вздрючил сатану! Костюм, костюм, костюм! Костюм кого? Тут есть костюм динозавра, а есть костюм ведьмы. Я хочу костюм Дэдпула. Да, я хочу быть призраком Дэдпула. Так, собери. Что мне собрать? А, шоколадку. Вот там шоколадка. Слушайте, такие... Как же это сложно управлять!
Воу-воу-воу-воу-воу! Я не могу пройти этот... В смысле... Как это... Почему так сложно управлять, не могу понять. Конфетка. Лагает, как будто у меня 5 FPS, как будто я в GTA 5 на ультре играю. На не знаю... На 15-летнем ноутбуке. Еще одна конфетка. Я зафейлил. Ладно. Просто как-то дико лагает. Собрать. А, во. Вот сейчас не лагает. Вот сейчас не лагает. А что это только что было? Это подкрутки, да? Это подкрутки были, чтобы я специально проиграл. Понятно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Яички. Яички, 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 яички. Яички собрал и... О, пожалуйста, 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 еще одну сосульку. И еще, еще, еще. А, все. Фу. Так, рассортировать. Что это такое? Шоколадка. Тут у нас мусорка. Значит, шоколадку сладкое сюда. Яйца сюда, конфетку сюда. Мясо сюда, брокколи сюда, а лезвие сюда и зубную щетку сюда. Кто вообще лезвие детям хочет подарить, а? Ву-ву-ву-ву-ву. А, я еще и умер. Так, ёхали бабай. Чё это как-то слишком сложно? Чё это за испытания такие? Сейчас мы вздрючим. Опа! Я вообще мастер-класс просто всем показываю. Так, выбрать, выбрать, выбрать. Что выбрать, что выбрать? Highway to Hell или Stairway to Heaven. А, это две разные песни, да? То есть Highway to Hell это AC/DC, вот это Highway to Hell. А вот это вторая, я не знаю. Зачем мне идти в ад? Наверное, все же я пойду в рай. Давайте в рай. Тан, 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 тан. Па-па-па-па-па-па-па-па. Поднимаемся мы в рай. Т-т-т-т-т-т-т-т-т. Пожалуйста, ну пропустите. Я надеюсь, что меня туда примут. Ай! Та-та-та-та-та, что так сложно? Да нет, не назад, а вверх! Ага, ага, ага. Да. Все! Добро пожаловать в рай! Ёханый бабай! Ладно. Стоп! Хватит, пожалуйста, музыки на сегодня. Ух, я уж вспотел после прохождения этой игры. Если тебе понравилась эта игра, ты знаешь, что нужно делать. Лепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И давайте, ребятки, мы соберем хотя бы 25 тысяч лайков. Я обещаю, то, что как только мы это сделаем, то я сразу же выпущу продолжение и буду побольше записывать вот таких игр. Также подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на мой канал и нажми на колокольчик и выбери получать все, чтобы никогда не пропускать мои стримы и никогда не пропускать мои новые ролики. А я скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Спасибо, ребятки, то, что пришли на мой канал сегодня и посмотрели этот ролик. Встретимся с вами завтра. Всем удачи и всем пока.